показываю вам крутую достопримечательность Праги. Это Патер Ностр Элеватор. Бесконечный лифт. Ваши ставки, что случается с людьми, которые доезжают до верха и не выходят? Их сплющивают или они куда-то исчезают? Сейчас. Показывая смертельный номер, сейчас мы узнаем, что будет со мной, когда я доеду до самого низа. А если я не вернусь, передаю привет маме. Это же все, что было в этом лифте, останется в этом лифте. Вы никогда не узнаете, что там было на самом деле. Показать все, что скрыто. Сейчас мы узнаем, что происходит с людьми на самом деле, когда они едут на лифте до самого верха, второй этаж. Мне уже страшно. Третий этаж. Всем пока. Мы уезжаем наверх. Есть нас на следующую. Какое-то колесо. Смотрите на эти шестеренки. Моя рука! Кажется, мы живы. Все нормально. Кажется, у меня нет одной руки. У меня есть одна рука. Короче, маленький лайфхак. Когда будете снимать этот лифт, приезжайте сразу на второй этаж. Здесь никого нет.